Здравствуйте! Мы с девчонками моими представляем вам 44-й урок из цикла «Занимательные уроки сольфеджио онлайн». С нами Дарина, Настя и Варя. Здравствуйте, девчата! Здравствуйте, учитель! Как у вас дела? Хорошо! Распеваемся! Пожалуйста.
да? А буби-буби-буби-буби-бу. Пробуем, пробуем, напрягаем, пытаемся, заставляем свои руки. Да. Буби-буби-буби-буби. Чуть медленнее. Буби-буби-буби-буби-бу. Чу-чи-чу. Чу-чи-чу-чи-чу-чи-чу-чу. Хорошо. Большая буковка L. Вот видите, как
каждый урок не повторяем, с малышами каждый урок интервалы пишем, они уже все слышат. А вы немножко забывать начали, да? Так, что вот это? Карта. Да, скорее, место карта. Тритон, правильно, тритон. Прямо, ну что, такая узкая, что ли, а? Ага. От секунды-то. Да, мы поем до ре. Или что? Нет, не надо, конечно, это у нас большая септима. Большая септима, да, широкий интервал. Так, что вот это? Да. Хорошо. Ну? Так, песенка какая? Узко, широко. Ну, ну конечно, это же у нас маленький кружочек, у нас грустная, малая тетя, узенький интервал. Ой, нет, это мало слишком много конфет. Да, очень мало конфет. Так, а это? Большая секунда. Правильно. Ну ладно, все, как-никак повторили немножко. Так, слушаем. Номер один, девочки. Номер два. Не знаю. Валечка, не знаешь? Это орган. Ой. Или ставь точечку, если совсем не знаешь. Так, номер два. Кварта, тритон, квинта, малая секста, большая секста, малая септима, большая септима, октава. Вот, да. Так, мы остановились с вами на номере каком? Втором. На номере втором. И вот этот вот второй номер, значит, что это? Выбирайте. Да. Тихо, какая кварта, кварта ушла. Так, номер три. Стойте, я не успела написать. А здесь все уже кварта. Все? Успела? Нет. Ну, значит, тогда следующий. Мы не можем долго ждать, у нас нет так много времени. Ставим здесь эту точечку. Ничего страшного, немножко забыли уже. Так. Все с нуля не проходила, поэтому ничего страшного. Еще успеешь нагнать. Не расстраивайся, если что. Мне уже третья только. Ну и что? Ну это же не с тобой, чтобы слезы лить. Варюш, так, все, давай пробуем. Соберись. Если что не услышишь, ничего страшного. Никто тебя не убьет, это абсолютно не страшно. Так, номер 4. Еще раз напомню, как слушать все это. Да, и надо мне уже выкладывать мой курс интервала на слух с нуля, то я все еще не восстановила его пока. Ну ничего, будем восстанавливать. Тихо. Ну кто, замок? Да, как у нас это, вон, видите, первые на второй строчке. Галочка. Галочка. Так, следующий. Ой, простите, у меня нарисован совсем вот такое.
вот я читаю неправильно свои записи. Как остальные? Нет. Так, номер какой? Нет. Нет? Что такое? Совсем у нас было место, да? Так, Вань, ну надо будет тебе рассказать еще раз о наших всех попевках. Определяем сначала консонант или диссонанс, потом определяем, широкий он или узкий, а потом уже выбираем степень, насколько он вам приятен, там, неприятен, мажорный он или минорный, да? Ну и, конечно, песенки наши. А, поняла. Так, следующий. Стойте. Жду. Да, все-таки надо почаще вам слушать, а то вы, вот видите, акценты делаем на другое и уже забывается. Вот, я писала. Это восьмая? Да. Ой. Обидно. Ну-ка, ну-ка, тише. Эмоции держим под контролем. То у меня прям сегодня эмоциональный урок ушел. Так что насчет? Ну что значит, девчушки собрались. Так, дальше, номер 9. Так, теперь что следующее, Даринка? Большая или семерка? Большая семерка — это у нас этот, не надо, не надо, Септима мама, которая волнуется. Я захотела большую семерку. Она написала случайно маленькую. Да, которая... Она с горки не катается, она говорит, не надо, не надо. Большая Септима. Так, Варя, что третья сначала? А? Ладьёк, правильно. Маленькая. Пещерный гном, да. Так, Даринка, что предпоследнее, что там у тебя все валится? Предпоследнее, ну. Так, 10? Нет, 9. 9 у меня маленькая Л. Правильно, это прекрасная далёка, да. Не будь помягче. Это же секс-то мало. Ну и последнее. Восьмёрка. Вай, видишь, все, ты можешь услышать. Если ты пока что не все услышишь, ничего страшного, просто нужно немножко потренироваться. Знаешь, что, Варь, посоветую? У нас в каждом уроке с ребятами, вот не с вами, а с малышами, в каждом уроке есть интервальная какая-нибудь цепочка. Вот если сесть и все написать, то все будет хорошо. Да? Тем более, что ты у меня развиваешься очень быстро. Ты у меня с нуля начала писать диктант. Ты у меня эту распевку я пою, выучила, и интервалы ты тоже выучишь. Ты умеешь и можешь. Я в тебя верю, и я вижу в тебе потенциал. Тем более. Вот видишь, так что не расстраивайся. Все хорошо.
Так, ну что, девочки, открывайте боевый декрет. Боевый декрет у нас хранится 18 и 19. 18 тема, тональность. Какая тональность? Мы ее уже прошли с вами, а тут она, видите, нарисована. Ре-мажор. Поэтому мы ее вспомним сейчас, а потом будем работать в параллельной тональности для ре-мажора. Это что? Параллельная для ре-мажора. Си минор. Правильно. Хорошо. Так, девочки, давайте сыграем сейчас. Давайте ре-мажор споем с вами. Какие знаки ре-мажора? Фа-дис, до-дис. Помните строение мажорной гаммы. Тон. Давайте от ре споем, пожалуйста, вот эту песенку про тон и полутон. Знаете, там ре, ми, целый тон и так далее. От ре поем эту песню. Ре. Вот именно, что фа диез, нам нужен целый тон. Еще раз. Значит, посмотрите, какие-то закрашенные, какие-то нет. А какие закрашенные, какие нет? Устойчивые. Устойчивые что? Не закрашенные. Устойчивые это первое, третье, пятое, остальные закрашенные. Да. Споем гамму. Пожалуйста, Даринка. Ре, ми, фа, диез, соль, ля, си, до, диез, ре. Так, хорошо. Теперь, пожалуйста, Настя, трезвучие. Тоническое трезвучие. Ре. Фа-диез. А теперь еще давай спой. Варь, водные звуки. Посмотри, вот у нас куда водные звуки вводят, а? Куда? Вот у нас в центре какая ступень написана? В тонику? Конечно, в тонику. Тоника это первая ступень. Нижний водный звук, Варечка, спой. До-диез. И разреши. Ре. А теперь верхний водный. Ну вот мы примерно представили гамму, а теперь она у нас в ритмах будет. Вот сейчас мы будем с вами дирижировать, давайте пока все вместе. На две четверти упражнение А, видите? Да. Раз, два и. Ре, ми, фа, диез. Стоп, когда мы поем гамму в ритмах, мы уже диезы не называем. Мы просто поем фа, хорошо? Но подразумеваем, пожалуйста. Ре, ми, фа. Ага. Так, а следующее, это была какими длительностями гамма? Дикти. Подождите, была, а. Была, была, ну а как они называются? Та. Что та? Это четвертые. Четвертные. А следующая гамма будет какими? Восьмыми. Восьмыми. Они будут уже в два раза быстрее. На один знак сколько нот? Ре. Две, да? Пожалуйста. Ре. Тихо. Ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Oh.
Нет, вообще ничего сложного нет. А теперь смотрите следующую страничку. Тут у нас, смотрите, что идет. Ре-фа-ля. Что такое ре-фа-ля? Как называется, Даринка? Трезвучие. Трезвучие. Вверх-вниз. Смотрите, сначала трезвучие из трех звуков, а потом развернутое. Видите, ре-фа-ля, ре и вниз. А потом еще до ре-ми-ре. Так, ну что, разобрали. Ре-фа-ля. Даринка, давай ты. Не-не-не, еще раз. Два, две ноточки на взмах. Ре, пойди. И назад. Давай еще раз, тут смотрю, в ноты не очень смотришь. Можно даже Даринку показать, как она поет, и в ее нотах. Так, давай. Ре, фа, ля, ля, фа, ре. Ре, фа, ля, ля, ля. И ручка вниз. Ре. А тебе дальше смотри. Ту. Ты не на меня стрел, ноты. На мне нотки не написаны, а написаны в книжечке. Туда и смотри. Ре. Дальше. Ми, ре. Молодчина, хорошо. А, я так, дальше. Сказать. Чего тебе, Настюша? Может, она Б, я Г. Так, да, а давай я выясню, кто что споет. Вот я хочу, чтобы Г спела мне Настя, потому что вот она тут сидит. Значит, Настя, давай разберем твое. Что такое ре, до, ре? Как такая ритмическая, мелодическая фигура называется? Это качели. Дальше, фа, соль, фа. Опять что? Качели. А потом ля, си, до, ре. Это что? Как такое движение называется? Постепенное. А сколько нот всего? Четыре. А четыре это тетрахорд верхний, да? Вот мы разобрали. Ре. Настя, пожалуйста. С дирижированием. Тихо, подожди, Верочка. Ре, до, ре. А чего до выше, чем ре? Ре, до, ре. Дальше. Фа, соль, фа. И пошел верхний. Ля, си. Си. Нет, ля длинная. Ля, си, до, ре. Да, теперь вместе, девочки. Ре, до, ре, фа, соль, фа, ля, си. Нет, посмотрите ноты. Ля, длинная, си, фа, ре. Хорошо. Варь, следующая, пожалуйста. Кстати, у меня нету второго листа. Вот а, понятно. О, да, спасибо большое, Настенька. А вы тогда, девочки, посмотрите в одну. Так, значит, смотри. Буковка Д. Что там такое написано? Ре, до, ми, ре. Это что такое, Варь? Ре, до, ми, ре. А? Опевание какой ступени? Не, не, да, ступени какой? Вот мы в ре-мажоре, да? Ре это какая ступень? Первая. Вот мы ее опеваем откуда куда? До, ми, ре, снизу, вверх. Сначала то, что ниже, потом то, что выше. Так, Варь, дальше что? Ре, ми, до, ре. Видишь, опевание первое снова, только уже теперь откуда куда? Варь. С чё? Куда? Ми, до, ре. Ты видишь, где там? Настенька, покажи, где там ми, до, ре. Сверху вниз, да, у нас опевание. Дальше мы какую ступень опеваем? Фа, ми, соль, фа. Какая, Дарина, ступень? Фа, диез. Это какая ступень? Ре первая, фа, диез какая? Третья. И ля какая? Пятая. То есть тут каждая ступень певается сначала снизу вверх, потом сверху вниз. Варь, ты нашла? Да. Пожалуйста, поем с дирижированием. Девочки, тихо, это Варя поет. Дальше. Чище. Девочки, все вместе. Фа, ми, соль, фа. И дальше. Фа, соль, ми, фа. И пятая ступень. Фа, соль, ля, си, ля. Ля, си, соль, ля. Все, вот мы и спели с вами. Ну и давайте еще одну какую-нибудь песенку. 56 номер. Новогодняя. А, не актуально, но не важно. Так, значит, посмотрите. Первая нота какая у нас? А дальше куда скачок? Что это за такой интервал? Ре, ля.
Настенька, а, ну да, иди, Варя. Девочки, ре-ля, что за интервал? А? Что за интервал такой? Ре-ля, посчитайте. Ре, молодец, ля, ре-ля. Крайние звуки, три звучия, какой устойчивый интервал? Нет. Ну-ка, ре, фа, диез, начало это большая терция, фа, диез, ля, конец малая терция, крайние звуки, три звучия. Ре, ля, конечно, что это? Чистая кто? Это квинта. Конечно, квинта, вот у нас на квинту скачок тут. Так, ну а дальше легко все. Еще певание тут есть, ми, соль, фа, ре. Так, ну хорошо. Ре, ля, ля, ля. Так, ну давайте пробовать, девочки. Ручка вверх и... Дальше. А дальше то же самое. Чище. Отпевание дальше. Снова отпевание. Опять опевание. И вниз по ступенной. Вот, немножко. Ну, первый раз поем, разбираем прям по ноткам, да? Тут все очень хорошо. Здесь вот скачок на квинту, потом качельки вверх, пошло все вниз, повторяется. А потом впевание третий много раз. Ну и в конце вот это поступенное движение вниз. Так, с Новым годом всех мы поздравляем. Дружные чё? Песни. Новый год встречаем в круг, ребята, за руки беритесь. И под елкой весело кружитесь. Так, ну это вы дома все-таки посмотрите, потому что оно такое сложноватое, хорошо? Дома рассмотрите, да. Со словами это и еще вот два вот этих номера. Белка пела и плясала, и кукушечка. Угу, отлично. Кукушечку мы тоже себя там пели. Смотрим, мы начинаем друг друга танцевать. Так, хорошо, девочки, молодцы. Так, ну что, давайте мы сейчас с вами споем песенку «Салфа да грышка», мы собирались, да? Уже в семинаре работать не будем, потому что мы много времени потратили на барби зебря. Так, «Салфа да грышку» сейчас вспомним с вами и споем ее красиво. Там и потом тоже. Так, давайте слова вспомним. «Салфа да грышка ладили дуду». Инструмент музыкальный. Дуда, не нуду, а дуду. Еще раз. «Салфа да грышка ладили дуду». Повеселиться, ты прогнать нуду. Вот прогнать нуду. Ай ду 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 ду, ты прогнать нуду. Ай ду 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 ду, ты прогнать нуду. Так, какой-то анализ у меня появился. Давайте прям можно поставить. Вдвоем, да.
хорошо. И кто лучше споет? Будем оценивать друг друга, да, компетентные жюри. Вот, и петь артистично, главное чисто. Ну, у вас практически у всех хорошо с интонацией, это мне очень радует. Так, ну что, девчонки, молодцы. До свидания, девчата. До свидания. Поздравляемся. Привет.